Ирина работает в системе МВД. Службу в рядах органов внутренних дел многодетная мама несет вот уже 15 лет. Свой профессиональный путь начинала инспектором. Сегодня она начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции Адлерского района. В ее подчинении 23 человека. Выполняет свои обязанности Ирина Александровна наравне с мужчинами. За прошлый год отделом оформлено более 9 тысяч паспортов и поставлено на миграционный учет 101 тысяча граждан. А еще эта женщина – мать 4 детей. Старшая дочь учится в университете, средняя заканчивает школу, а сыновья-двойняшки только готовятся сесть за парты. Как рассказывает Ирина, чтобы везде успеть и никого не обделить вниманием, она планирует свой день буквально по минутам. Эту привычку прививает и своим детям. Детки – это моя гордость. Я стараюсь распланировать свой день. То есть днем работа, вечером дети. Естественно, уделяю время и себе, занимаюсь спортом, катаюсь на лыжах, когда есть возможность. Посещаю тренажерный зал. Ну, тоже не забываю о себе. Безусловно, главной жизненной опорой для Ирины является семья, любимая работа и статус мамы. Вот главные критерии подполковника в юбке, которые одновременно и являются ее секретом успеха.